Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал «Маленькие женские штучки». Меня зовут Ирина, и я рада вас приветствовать. И сегодня замечательный праздник, день 8 марта. И я хочу поздравить всех женщин, девушек с этим замечательным днем. С днем начала весны, с днем, ну, наверное, расцвета надежды. Пожелать вам прежде всего мира в душе, счастья в ваших семьях, любви огромной, большущей и... в том числе и любви к самой себе. Девочки, дорогие, я в очередной раз хочу сказать вам, что вы такие красивые, все девочки, вы не представляете, сколько женщин я вижу каждый день, когда они приходят ко мне на собеседование. Правда, вы просто красавицы. Верьте в себя, любите себя, балуйте себя, делайте для себя какие-то приятные вещи. И тогда мир вокруг нас станет чуть-чуть светлее, чуть-чуть лучше, чуть-чуть, ну, наверное, милее, да, и мы станем увереннее в себе. Мы каждый раз, когда мы делаем для себя что-то приятное, когда мы делаем для себя что-то хорошее, мир внутри нас наполняется уверенностью в себе, любовью к себе. И мне очень хочется, чтобы этих чувств в нашей жизни было как можно больше. И мне очень-очень хочется, чтобы мы все чувствовали себя уверенными, любимыми, счастливыми. Чтобы мы как можно чаще улыбались, чтобы мужчины нас радовали. Для того, чтобы мужчины нас радовали, мы должны быть... ну, наверное, привлекательными и для них, и для себя, потому что это действительно очень важно. Женщина, которая не нравится себе, не может нравиться кому-то другому. Поэтому, девочки, находите время, находите возможность побыть с собой наедине, сделать себе что-то приятное, позаниматься собой, добавить что-то в копилку своей красоты, почитать какие-то приятные книги, радуйте себя. И пусть наши мужчины помнят о том, что мы женщины не только сегодня, но и каждый день. А это уже в наших с вами руках и в наших с вами силах помогать мужчинам вспоминать о том, что мы женщины не только 8 марта. И не только 8 марта говорить нам об этом. Милые девушки, я хочу еще раз сказать вам о том, что если мы... хотим меняться к лучшему, если мы хотим быть красивыми, то все в наших руках. И у нас есть такие возможности. И, пожалуйста, делайте это. Занимайтесь собой. Делитесь своим опытом. Да? В общем, как бы я и создавала этот канал для того, чтобы у нас была возможность поделиться опытом, рассказать о каких-то средствах. Я всегда очень рада вашим комментариям. Я всегда очень рада вашим вопросам, которые приходят ко мне. В общем, сегодня я на самом деле, наверное, в определенном смысле отвечаю на вопрос, который очень часто задают. Где найти время, чтобы заниматься собой? Девочки, мне кажется, что найти это время можно всегда. Вам предстоит проверять уроки у ребенка? Перед этим нанесите на лицо маску и идите заниматься с ребенком. Через 15 минут вы ее смоете, и вы уроки уже проверили. И маска у вас на лице уже побыла. Да, конечно, в таких условиях не всегда есть возможность использовать какую-то тканевую маску, да, но и грязевая, там, глиняная, кремовая, гелевая, какая угодно другая маска, она же тоже приносит уже какие-то положительные результаты для вашей кожи, для ваших волос, для рук и так далее. Мы же находим время позаниматься с ребенком, пообщаться с мужем, сготовить обед, завтрак, ужин, там, не знаю, что еще. Находите время для себя, радуйте себя. Мне кажется, что это так важно, потому что каждое вот это действие, да, по уходу за собой, оно добавляет маленькую крупиночку счастья в большую копилку нашего женского, женской уверенности в себе, наверное, даже где-то. И поэтому мне очень хочется, чтобы вы не забывали, прежде всего,
Вы не забывали о том, что вы женщина. Прежде всего, вы помнили об этом. И тогда и мужчины рядом с вами будут об этом помнить. О том, что очень часто, когда мы обвиняем наших мужчин в том, что они не помнят, что мы женщины, это значит, что мы об этом забыли. Не забывайте об этом. Радуйте себя. Помните о том, что вы красавица. Помните о том, что вы умница. И тогда и мужчина ваш будет об этом помнить. Я не хочу растягивать это видео. Мне сегодня действительно хочется просто вас поздравить и просто в очередной раз напомнить вам о том, что любите себя. Правда. Я еще раз поздравляю вас с замечательным праздником. Я желаю вам всего самого-самого лучшего. Все, что вы себе задумали, все, чего вам хочется, пусть исполнится. Пусть обязательно на ваших лицах играют улыбки. Пусть ваши глаза светятся от счастья, ваши домашние вас радуют, ваши семьи будут, ну, наверное, счастливыми, наверное, это слово наиболее подходящим. Пусть внутри вас царит гармония и вокруг вас царит гармония. Я очень вас люблю. Я так благодарна вам за то, что мы уже столько времени вместе, и за то, что вы сегодня уделили мне внимание, за то, что вы оставляете свои комментарии. Я очень вас люблю, я еще раз вас поздравляю. И на сегодня это все. Я надеюсь, вам было приятно. Я очень рада нашей встрече с вами сегодня. Я благодарю вас за то, что вы провели все это время со мной. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго, до свидания и еще раз с праздником!